Blacksmith, you haven't heard. There's another blacksmith at the entrance to Stone Fang Mine. He's an eccentric old man. He knows his trade well. He's the only sane one left in a town of soul-starved men. If you do meet him... No, forget it. That stubborn old ne'er-do-well will just chase you off. Врата Болетарии. Итак, после того, как Болетария пала в хаос, здесь поселились вот такие вот драконы. И это не мудрено. Кругом огромное количество тел падших воинов. И им явно есть здесь чем поживиться. И в течение всей этой серии мы будем пытаться проникнуть через врата в дворец Болетарии. Разбитая чаша. Где-то я это уже видел. И нас встречают солдаты. Точнее, это еще не солдаты, это рабы, которых... первыми отправили в бой против демонов, и которые очень быстро лишились своих душ и превратились в вот такие вот неуправляемые оболочки. И здесь вот слева у нас есть проход. Но, к сожалению, тут дверь заперта. И, наверное, сейчас нам стоит поговорить о тенденциях мира, о которых пока что я еще ничего не говорил. Если зайти в меню, то здесь есть вкладка, которая называется «Склонность». Где можем посмотреть... Так, стоять. Не мешай разговаривать. Все, больше никого. Давайте здесь заныкаемся, чтобы больше никто не прибежал. Итак, склонность, ну или тенденции. А, где можно видеть 5 обелисков. 6-й, к сожалению, сломан. Это обелиск Алчного Короля. То есть, где мы в данный момент находимся, дворец Болетарии. А, тоннель Каменного Клыка. А, башня Латрии. Святилище Штормов. Долина Скверны. И снизу мы можем видеть такой вот как бы кошачий глаз, который при изменении тенденции мира будет менять свой цвет. Он будет становиться либо более светлым, либо наоборот более темным. И будет ли он светлым, либо темным, будет зависеть только от нас. И если мы будем склонять тенденцию мира к светлой форме, то нам будет становиться играть в этом мире, по идее, все легче и легче. А враги будут становиться слабее. Атаки наши будут становиться сильнее. Если же мы будем склонять тенденцию мира к темной стороне, то тогда наши враги будут становиться сильнее, а очков здоровья у нас будет становиться меньше. Вплоть, по-моему, до 40%. Но есть при этом и плюсы. За убийство врагов мы будем получать больше душ, а также с врагов будут выпадать более ценные предметы. При склонении мира в черную сторону будут появляться дополнительные враги в виде черных фантомов, которые тоже будут давать различные предметы. Но самое главное изменение в том или ином мире будет происходить, когда тенденция мира будет либо максимально светлой, либо наоборот максимально черной. Тогда в этих мирах будут происходить различные интересные нововведения. Например, при чисто светлой, либо при чисто темной тенденции Болетарии откроется вот эта дверь.
которая даст нам доступ к ранее закрытой части локации. Либо будут появляться какие-то дополнительные NPC, как хорошие, так и плохие. В принципе, тенденции мира достаточно интересные. Механика игры, если бы не одно «но», это то, как мы влияем на эту тенденцию. К сожалению, эту механику до ума не довели, и впоследствии от нее вообще отказались в серии Souls. Дело в том, что в большей степени в игре сделано так, что вы будете склонять тенденцию мира всегда более черную сторону. Ну, по крайней мере, неподготовленный игрок. Все из-за того, что, чтобы склонить тенденцию мира в темную сторону, достаточно просто умереть в этом мире в физической форме. А так как это Souls-like игра, то весь принцип этой игры будет построен именно на ваших смертях. В этой игре вы будете умирать. То есть эта игра вас будет дополнительно от того, что вы и так теряете половину своей жизни, теряете физическую форму, теряете все свои души, она вас еще дополнительно будет карать тем, что она будет еще постоянно становиться сложнее. Ну, только в том случае, когда вы умираете в мире физической формы. То есть каждый раз, когда вы умираете в мире физической формы, тенденция мира понижается на единицу. И это самый главный геморрой в этих тенденциях. Также можно тенденцию мира понизить и убивая различных NPC в игре, но это уже не настолько часто будет случаться. В основном вы будете понижать тенденцию мира, именно умирая в физической форме. Поэтому самое главное правило Demon's Souls – это не умирать в физической форме в любых из миров. Если вы хотите повысить этот мир до самой светлой тенденции, чтобы собрать с этой светлой тенденции какие-то плюшки. Потому что если вы очерните мир, то потом осветлить этот мир будет намного сложнее. Потому что, чтобы осветлить мир, особенно когда вы играете в офлайне, это можно сделать только если вы убиваете боссов. И практически никак иначе. Да, там есть еще определенные фишки, когда вы сможете при супер черной тенденции убить определенных демонов, и тогда у вас тенденция мира поднимется, но опять же она поднимется только до нейтральной, а выше нейтральной, не убивая боссов, вы не сможете поднять. Поэтому, чтобы поднять тенденцию мира, любого мира, до самой высшей светлой тенденции, вам нужно играть в офлайне, потому что в онлайне еще и на ваши тенденции будет и влиять и игровой сервер, как прибавляя в плюс, так и в минус. А также нужно будет не умирать в физической форме и убивать боссов. Только тогда вы сможете достичь максимально светлой тенденции в игре. Также в игре, помимо тенденции мира, есть еще и тенденция персонажа. Если вы убьете хорошего NPC, то ваша тенденция понизится. Если вы убиваете какого-то плохого NPC, то ваша тенденция персонажа повысится. Если ваша тенденция персонажа становится светлее, то тогда, когда вы играете по сети и приходите на помощь в форме светлого синего духа, то ваша атака повышается. А если вы наоборот стремитесь к темной форме и любите вторгаться в чужие миры и убивать там игроков, то ваша тенденция будет становиться все темнее, и это понизит вашу жизнь в форме души, ну, по-моему, всего до 45%, но при этом даст вам дополнительную силу атаки в виде черного фантома в других мирах, и также еще и призовет определенный NPC, который появится дальше в игре, но об этом я расскажу позже. Ну что ж, вроде про тенденции я более-менее рассказал. Можно продвигаться дальше по Болетарии. Да, Болетария здесь как никогда красиво. Этот весь антураж, горящие башни, всего этого в оригинале, насколько я помню, не было. Ну, мертвая лошадь была она. Вот баррикады. Судя по всему, здесь была битва. И жители Болетарии защищались, скорее всего, демонов.
Из оружия у нас пока что рапира. Волшебная палочка. Можно, конечно, говорю, не заморачиваться и просто долбить всех магией. Так, единственное, что у нас ароматное кольцо, кольцо провидения. Ну, пока что альтернативы у нас нет. И здесь можно встретить раба уже с огненным мечом. По-моему, здесь называют дрэглингами вот этих рабов. Ладно, поставим щит, дадим хоть какой-то шанс. Здесь дверь заперта. Это вход в башню. Центральные врата тоже заперты. То есть так просто в замок Болетарии, ну или как вот называют, дворец Болетарии, попасть не получится. Придется идти в обход. Да, бэкстебом я их не убиваю. Мы получаем смолу. А смолой можно обмазать наше оружие. И тогда она будет гореть. Обыкновенная сосновая смола. Наносится на оружие в правой руке и некоторое время горит. Не использовать с деревянным оружием. Ну да, логично. Что ж, зажгем наше оружие. И здесь можно видеть еще одна решетка, и за ней что-то лежит. А там наверху с арбалетом, надо его сразу вырубить, чтобы не мешал. Огненное оружие неплохо поджигает пятые точки противников. Да, кто-то решил даже самоуничтожиться. И здесь вот такой вот пролом. И кто же такой пролом мог сделать? Ну, на самом деле, есть некие спекуляции. Но пока что я о них вам не буду рассказывать. Потом, когда я попаду туда вниз, я вам расскажу. Ну, правда, это будет, скорее всего, еще не скоро. Вот, пока ходил, огонь у меня закончился на рапире. Да, мне нравится, что здесь вот все предметы, да, вот этот быт, то есть все обставлено намного лучше, чем в том же Dark Souls. И причем это касается не только ремастера, точно так же было и в оригинале. Ну да, здесь деталей, конечно, стало больше. Эти вот мелкие предметы, столы, там, кухонная утварь, то есть это все было и в оригинале. Почему этого всего не стало в Dark Souls, который вышел позже, непонятно, загадка. В общем, сэкономим. Итак, я там что-то поднял, по-моему, важное. Да, огненные бомбы. Флакон с маслом и фитилем из горящей ткани. При ударе разбивается и воспламеняется. Полезная штука. Да, здесь поджигают два солдата, как раз можно было на них испытать. Бомбы, ну, я сэкономлю их на будущее. Мне нравится, как он смахивает с рапиры кровь. И причем, когда мы разбиваем какие-либо предметы, ничего не пропадает. То есть оно вот как все развалилось, так и валяется на земле. Трупы также не пропадают, но правда, когда мы противников убиваем именно магией, почему-то магия заставляет тела исчезать.
Кортик. Давайте посмотрим. Ну, по сути, кортик — это короткая рапира. Хотя этой крохотной рапире не хватает режущей кромки, это не мешает ей пробивать даже самые крепкие доспехи. И, несмотря на узкую область атаки, представляет собой грозное оружие. Прекрасно пробивает металлические доспехи и твердую чешую, однако удар таким мечом легко отразить. А против блока он вовсе бесполезен. Ну, по поводу прекрасно, мы сейчас, конечно же, это все проверим, ребят. Я вам сейчас покажу, насколько прекрасно пробивает рапира доспехи по сравнению с любым другим оружием. Магия его сжигает, не оставляя от тела ни единой молекулы. Да, 50% здоровья может показаться новичкам как издевательство, конечно, особенно если вы играете за знать. Ну, просто действуйте осторожнее, и все будет хорошо. Кстати, да, этот парень прыгает сверху. Ну, кстати, он не всегда прыгает сверху. Если только постоять вот здесь и развернуться, тогда он нас заметит. Если пробежать очень быстро вперед, то может нас и не заметить. Здесь очень много противников, поэтому лучше и не рисковать, и воспользоваться магией. Тем более у нас есть такая возможность. И кольцо, которое восстанавливает эти очки магии. Здесь мы можем видеть вон там предмет. Но пока что взять мы его никаким образом не можем. Да, кстати, к слову о кортике. Вот, давайте поставим вторым оружием кортик. Посмотрим, чем он вообще отличается от рапиры. Вот она рапира. И вот он кортик, да? Если посмотреть на мувсет. 1, 2, 3. И сильный удар. И вот кортик. Как говорится, найдите хоть одно отличие. Ну, по сути, мувсет 1 в 1. Да даже, в принципе, все остальное тоже 1 в 1. Мы сделаем бэкстеп. Так, стоп. Получилось. Да, блин. Не могу к нему сзади подобраться. Также смахивает абсолютно кровь. Тут все одно и то же, анимация абсолютно одинаковая. И отсюда открывается прекрасный вид. Кстати, вот как раз он в то место. Вот видите, где там... Секунду, разберусь с этим солдатом. Там мы можем видеть еще один предмет. Так, сейчас, секундочку, я туда сейчас схожу. Я просто хотел полюбоваться видом немножко. То есть, получается, вот это тот мост, откуда мы пришли. И вот как раз вот то место, где там вот различные виселицы. Ну, в общем, место для казни. Вот как раз вот туда мы попадем, если пройдем при чисто белой либо темной тенденции. Через те врата мы попадем вот на вот этот участок. И здесь внизу можно видеть, что здесь протекает река под мостом. Вообще красиво, конечно. И отсюда можно наблюдать такой вот храм. К сожалению, туда мы зайти не сможем, но к дверям подойти сможем. И вон там на балконе можно увидеть тело с предметом, лежащее в очень любимой позе разработчиков из From Software. Так, давайте зайдем, заберем здесь лут. Очередная трава. И здесь у нас первая ловушка, которая нас ожидает. Это камень. Такая классическая ловушка серии Souls. Как раз она расшибает здесь все доски, и мы можем взять полуторный меч. К сожалению, а может и к счастью, у меня не хватит силы, чтобы его использовать. Он требует 18 силы.
Ну, я его могу, конечно, поставить, вам показать просто, как он выглядит. Такой вот у нас полуторный меч. Да, махать я могу, как будто бы без каких-либо ограничений, то есть меня это никак не замедляет. Если мы попробуем ударить мечом, мы будем наносить урон 1. Здесь все из-за того, что нам не хватает силы. Если посмотреть, то бонус к оружию у нас минус 76. То есть наш урон, он меньше, чем защита противника. Ну, даже когда наш урон меньше, чем защита противника, мы всегда будем наносить один либо два урона. И мы попадаем на стену. Здесь у нас стоят требушеты. Видно, что воины Болетарии защищались. Но похоже, что безуспешно. Да, случайно пытался ударить по голове волшебной палочкой. Мне нравится, как они сделали даже мимику. Смотрите, вот если мы когда мы бьем противника, и когда он нас бьет, у него есть мимика. Когда мы убиваем магией, он корчится от боли, и можно видеть его, это по мимике. Ну, прикольно, да, вот проработка, конечно, очень хорошая. И здесь нас ожидает вот такой вот рыцарь. Лучше вообще, конечно, не связываться, если только вам не нужны дополнительные, по-моему, 1500 или 2000 душ. Ну, по крайней мере, перед тем, как с ним связываться, лучше сходить и открыть для начала шорткат. По поводу того, насколько эффективна рапира против доспехов. 17. 17. Прикол в том, что в Demon's Souls урон от типов оружия сделан очень странно. В Болетарии ни один тип урона не работает так, как надо. То есть рапиры не наносят дополнительный урон доспехам. Допустим, режущее оружие не наносит дополнительный урон голым врагам, рабам. Так, здесь, если упасть, можно найти секрет. Где у нас лежит легкий арбалет. То есть, получается, тип урона у нас не работает никак. И если, допустим, мы бы били полуторным мечом, либо рапирой этого рыцаря, то если бы рапира наносила 95, полуторный меч тоже 95, то они наносили бы абсолютно одинаковый урон, независимо от типа урона. Причем это касается именно почему-то Болетарии. В других локациях тип урона более-менее работает. Так, здесь нам повторно придется немножко обойти. Мы сходили за арбалетом, кстати, можно прочитать арбалет. И заодно полуторный меч. Большой меч, напоминающий обычные прямые мечи, довольно универсален. Но из-за веса его, как правило, приходится держать двумя руками. Размашистая атака сильно выматывает врага, повышая шанс пробиться через защиту. Небольшой легкий в обращении арбалет болетарского солдата. Для стрельбы из арбалета нужны болты. Прицельная стрельба невозможна, а перезарядка занимает много времени. Также мы нашли немножко болтов для арбалета. И мы можем вернуться обратно на стену. Если мы пройдем через туман, то мы продвинемся дальше, но... Мы же хотим открыть шорткат. И тут даже дело не в самом шоркате, так как шоркат здесь на самом деле очень удобный. Он не особо что-то сокращает. Ну, немножко, конечно, сокращает, но не настолько, насколько хотелось бы. Самое главное, что проходя через этот шорткат, мы берем несколько ценных предметов. Да, вот эти вот отморозки
они просто бьют своими огненными мечами бочки с порохом и умирают здесь постоянно. Это работало также в оригинале, это работает здесь. Здесь можно выйти на вот такой вот балкон, где находятся вот такие две цепи, на которых висят тела. Кто-то подвесил вот эти два тела здесь. Ух ты. Мне еще не хватало здесь умереть. Эти два тела можно сбить, чтобы потом поднять с них лут. Да, башни очень высокие, и спускаться здесь приходится долго. К тому же здесь очень много опасных врагов, которые, да, при неудачном стечении обстоятельств могут надрать нам пятую точку. И лучше, наверное, все-таки здесь подстраховаться и, да, воспользоваться чем-то магическим, либо огненными бомбами. Да. Щит я убрал. И чуть не умер. Либо на крайняк поставить щит. Хотя он не очень эффективно защищает от огненного урона, но все же. От большей части урона он все-таки защитит. Это как раз вот о том, что этот шорткат не особо удобен, потому что если вы умрете, то у вас будет выбор подняться опять с той стороны, либо с этой, через толпу вот этих дреглингов с огненными мечами. Тоже будет подниматься не очень прикольно. Но самое важное то, что здесь лежит кольцо сохранения. Очень важное кольцо. И что же нам заменить? Придется, наверное, кольцо провидения все-таки убрать. И теперь, как вы можете видеть, у меня теперь здоровье в форме духа падает не до 50%, а до 75%. То есть кольцо нам восстанавливает строку на 25%, что в принципе немало. Да, к сожалению, колец здесь можно таскать на себе только два. Так, шорткат мы открыли. Кольцо взяли. И можно дальше продолжать наше путешествие. И попробовать убить рыцаря с красными глазами. Ну, есть как бы два варианта, как это сделать. Ну, за мага на самом деле это проще сделать. За милишника туда, тут сложнее. Либо чисто рассчитывать на свой скилл и парировать, хотя парировать, конечно, красного рыцаря с копьем и щитом, это то еще занятие. Так, и самое простое — это выманить его примерно вот сюда. И можно бегать вокруг него и застреливать магией. Примерно вот так. Да, у него много жизни. А второй вариант — это заманить его в башню. Где мы спускались вниз к шорткату. Благо он очень интенсивно за нами бежит. Так, сейчас главное самому не свалиться. И встаем примерно здесь. И... Уии!
Мы получаем 2070 душ. Дал ли он что-то? По-моему, что-то даже дал. Давайте сходим посмотрим. Она у нее отлично дает нам самую сильную траву. И теперь у нас уже целых 3500 душ. На самом деле это не так уж важно, нафармить души в Demon's Souls можно практически в самом начале. Ну, для стартового капитала вполне сойдет. Здесь можем видеть снизу рыцаря NPC. Здесь у нас небольшой секрет, но давайте сначала пройдем вперед. Здесь большая засада, да, нужно спровоцировать на бросок и... Парень любит кидаться бомбами. Он просто не хочет даже отходить с места. Да, конечно, рапира уже слабовато. Без апгрейда в болетарии. Ну, у нас еще и заклинание. Да. Большая засада. Можно кидать заклинания, добивать рапирой. Дает нам огненные бомбы. Огненные бомбы нам здесь пригодятся. И здесь у нас кто-то хорошо забаррикадировался. Торговец. И похоже, что он еще не до конца потерял рассудок. Mostly stolen, but who's telling me? Да, зовут его просто Дрэглинг. По сути, имени его здесь нет. И он, да, воровывает мертвых воинов, собирает с них оружие, доспехи и продает. Этим и зарабатывает. И с ним также можно еще и поговорить. Brave knight or lowly fodder? The demons snatch their souls regardless of their station. Plummeting them all into madness. And those who dare cling to their humanity were hunted down. It is the end of great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. There's this skinny fellow, clad in the most lavish armor, who's always mumbling about some mission. He's another one who's managed to stay sane. Like yourself. Probably some pampered little lordling by the looks of his attire. I'd give an arm just for the buttons off his shirt. Похоже, он говорит о том самом рыцаре, которого мы видели снизу, на балконе. Да, основной лор мы как раз будем больше получать от NPC, чем от каких-либо предметов, поэтому нужно с ними очень интенсивно разговаривать. Итак, что у него можно купить? Деревянные болты по 10 за штуку. Длинный меч, обыкновенный прямой меч, прямые мечи, простое, но универсальное оружие, тра-та-та, это мы уже читали. Дубина, незамысловатая деревянная дубина. Сила дробящего оружия заключается не в острие клинка, поэтому оно незаменимо против металлических доспехов и твердой чешуи. Оно выматывает врага и ослабляет эффективность его щита. Ну, в общем, тут в описании что рапира... Что дубина, блин, по идее, наносит один и тот же тип урона. Но на самом деле это не так. Дубина здесь в этой игре больше подходит против каких-нибудь скелетов. Как следует, замахнувшись, можно провести этим оружием эффективную атаку, которая наносит увеличенный урон. Короткое копье. Обыкновенное копье. Копья используются так же, как и рапиры, но поражают с большей дистанции. Область атаки довольно узка, но это компенсируется серьезным уроном.
Копья прекрасно пробивают металлические доспехи твердую чешую. Впрочем, удар копьем легко отбить. Против блока оно вовсе бесполезно. С другой стороны, копьем можно атаковать, не опуская щита. Описание очень сильно похоже, конечно, на рапиру. То есть Demon's Souls, описание обычного оружия здесь больше не лор, а то, как этим оружием эффективно пользоваться, хотя и тоже это описание, но на самом деле обманчиво. Еще он продает три типа щитов. Это деревянный щит. Небольшой деревянный щит, он легче металлического, но поглощает меньше урона и легко ломается из-за сниженной прочности. Солдатский щит. Небольшой деревянный щит. Такими часто вооружены солдаты. Прочнее обычного деревянного щита благодаря металлическим вставкам. Щит дреглинга. Примитивный деревянный щит дреглингов. Эти грубо сколоченные между собой доски с трудом можно назвать щитом. Ну, все это оружие не особо уникальное. Единственное, что можно у него купить, это короткое копье. Арбалет у нас и так уже есть. Ну, а эти щиты мы в будущем все равно найдем, и тратить на них души не имеет никакого смысла. Так, давайте посмотрим, смогу ли я воспользоваться коротким копьем. Вам не хватает силы, силы 11, но... Если в одной руке не хватает, если взять его в две руки, то вполне. Урон у него 80 плюс 6. Плюс я еще в двуручном квате. И сейчас посмотрим, сколько оно будет наносить урона. И давайте теперь, наверное, спустимся здесь. Не сразу понятно, что именно здесь можно каким-то образом спуститься, но если нажать вперед и кружок... и бежать, то можно перепрыгнуть через перила и поговорить с этим незадачливым рыцарем. Похоже, наш рыцарь достаточно пуглив и не может справиться даже с кучкой дреглингов. Также здесь мы находим тоже очень важное кольцо, которое называется Кольцо Вора. Древнее кольцо с сапфиром, которое скрывает присутствие владельца от врагов в отдалении. И здесь нам могут пригодиться бомбы. Так, стоп. Да, двух бомб хватило. My thanks for your brave rescue. I am Ostrava of Boletaria. Accept this as a token of my gratitude. И это Острава из Болетарии, который дарит нам за свое спасение латунный телескоп. Диковинный прибор с вогнутым стеклом позволяет видеть все, что расположено вдали. Вероятно, его привезли из развитой страны, что лежит к югу от Болетарии. И в данный момент нам надо бы поторопиться, потому что наш доблестный рыцарь здесь может сейчас отхватить по полной программе. По-моему, я ему там плечо выдрал. Да, Острава любит попадать в неприятные ситуации, и нам еще не раз придется его вытаскивать из этих ситуаций. В принципе, мы можем дать ему умереть прямо сейчас. Ничего на самом деле от этого сильно не изменится, только что мы пропустим несколько интересных лоровых диалогов. Конечно же, не хотелось бы этого делать, поэтому я постараюсь, чтобы он выжил. Но зато, если он умрет прямо сейчас, мы сможем получить ключ, которым как раз откроем врата от того самого храма, который находится наверху, который я вам показывал.
Да, копье хорошо наносит им урон. Кортик. Осколок острокамня. Ну, различные материалы для апгрейда и немножко травы. Так, кортик у нас уже был. Так, сейчас я прослежу за нашим доблестным рыцарем, чтобы его никто не убил. И потом почитаю оружие, которое я подобрал. Где он? Очередной раз ищет на свою пятую точку приключений. Душа. Можешь с ним поговорить. Похоже, у Стравы есть какие-то незавершенные дела. Ну как же, вот я один к своим услугам. Правда, я тоже дух. No matter how far I venture, only the soul starved remain. Ну, судя по тому, что от него тоже идет такой вот порог. Он тоже не особо в физической форме. Так, давайте здесь немножко пробежимся, здесь все собрал, а то я тут с этим побежал и, возможно, что-то мог упустить. Ну, по-моему, здесь больше ничего интересного нет. Так, мы еще взяли новое оружие, которое называется скиметр, который обладает рубящими атаками, небольшой изогнутый меч. Это рубящее оружие наносит огромный урон незащищенной плоти, но не очень эффективен против металлических доспехов и твердой чешуи. То есть, получается, это антипод рапири, правильно? Правильно. То есть, по идее, если мы сейчас будем бить скиметром по броне, то он будет наносить мало урона. А если мы будем бить кортиком, ну, либо рапиры по броне, то оно будет наносить больше урона. Просто сравним скиметр, поставим скиметр и рапиру. По идее, скиметр больше подходит для атаки по голому телу. Незащищенному телу. Допустим, вот по этим вот... Ё-моё, сейчас доиграюсь. По вот этим вот рабам. Трегнингом. Сейчас одного убью. Решил экспериментировать. Вот, смотрим. Вот Дрэгминг. Вот он голый. Скиметр. 36 урон. Ставим рапиру. 42 урон. Смотрим. Урон. Рапиры 75 плюс 5, то есть 80. 85 плюс 5, 85. То есть получается... Ну, скиметром я должен наносить даже больше урона, чем рапирой по ним. То есть 80-85. Ну, примерно одинаковый урон. Но рапирой я нанес больше. Ну, ладно, сейчас я больше нанес, возможно, из-за того, что я контратаковал. Давайте просто ударим какого-нибудь просто стоящего человека. Рапира 31. Скиметр 36. То есть чисто на 5 урона больше. То есть это просто физический урон. У меня сейчас... Скиметр и так на 5 должен наносить больше урона. 31. 31. 35, 31. То есть, по сути, что рапира, что скиметр наносит один и тот же урон. Никакого бонуса от режущего, от рубящего атаки мы не получаем. То же самое сейчас мы проэкспериментируем. И, кстати, здесь где-то как раз неподалеку есть рыцарь. Так, здесь мы уже всех убили снизу, поэтому, да, мы там уже были.
Сейчас мы еще небольшой эксперимент проведем. Так, еще кто-то, по-моему, живой остался. Это я возвращаюсь обратно. Да, здесь засада небольшая. Да, это то самое место, где я спрыгнул на балкон. То есть вот здесь мы поговорили с торговцем. Сейчас мы найдем парня в броне. Еще на нем немножко поэкспериментируем. Еще раз убедимся в том, что в Болетарии тип урона не работает вообще. Еще нам бэкстеп. Где-то еще лучник живой. Ау. Немножко душ. Да, и вот здесь как раз стоит синий рыцарь. Блин, там еще, правда, мешает лучник. Прицелиться по нему не могу. Можно попробовать использовать бинокль, правда, для этого. Как раз давайте поэкспериментируем. Поставим латунный телескоп. Да. Хреново из меня снайпер. Боюсь, он меня быстрее расстреляет. Ладно. Иди сюда. То есть, получается, скиметром мы будем наносить ему наименьший урон. А рапирой больше. Она же эффективнее против брони. Скиметр неэффективен против брони. Смотрим. Так. Сейчас. Скиметр 15. Ну, в зависимости от контры. Либо я ему просто попал так неудачно. Ну, грубо говоря, 20. Давай еще раз. Так, брат, щит попал. А, блин. Так, давайте рапиру посмотрим, сколько наносит. Семнадцать. То есть рапира наносит меньше, чем скиметр. 20. Лечится собака. Остынь. Возместил мне немножко травы. Так, ладно, давайте пока уберем все лишнее. А, скиметр мы опробовали, рапира. Вернем свое копье. Ну и на всякий случай. Получается, скиметр. Он посильнее будет. Нет никакого смысла здесь с рапирой вообще ходить. Никакого толка от этого типа урона в Болетарии нет. Зараза, он выжил. Кстати, в Demon's Souls нет атаки в падении. Это было рискованно, потому что, возможно, я бы и не смог выжить. Но я выжил. Будь это какой-нибудь Dark Souls,
У меня бы не было бы шансов наверняка. Особенно вторая часть. Это при том, что у меня в данный момент выносливости всего 8. А выносливость, как я уже говорил, уменьшает урон от падения. Да, здесь можно освободить шарики, чтобы они поубивали всех на своем пути. Такие вот жестокие колобки-убийцы. Да, и отсюда можно наблюдать вон там вдалеке синего дракона. И отсюда можно посмотреть как раз вон центральный дворец Болетарии. Но для этого нам нужно здесь преодолеть немало сложностей, пройти через эту стену, зайти в те врата. И пройти центральную городскую часть. Удар с разбега. Копье можно блокировать, но парировать нельзя. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Твою мать. Я думал, мне конец. Если бы эта бомба меня достала, да. Это было бы больно. Так, ладно. Против них лучше просто заблокировать атаку и после того, как он попадает нам в щит, просто контратаковать. Да, и да, мне повезло, он нам дал крылатое копье, хотя его можно найти, в принципе, дальше в игре. Длинное копье с симметричными выступами у наконечника. Копья используются так же, как и рапиры, но поражают с большей дистанции. Область атаки довольно узка, но это компенсирует серьезным уроном. Копия прекрасно пробивает металлический доспех твердуч. Да, да. Ну и дальше все то же самое. Так, ну, данное копье я точно, наверное, не поставлю, хотя... Проверим. Нет, нормально. Вполне. В отличие от короткого копья, оно, конечно же, мощнее, немного тяжелее. И немного длиннее. Так, в принципе, это все тоже копье. И здесь у нас такое вот красивое место, которое показывали на скриншотах к игре. Да, по сравнению с оригиналом, где здесь просто был тупо пустой коридор, они его тут очень хорошо так облагородили. Как бы видно, что уже место уже заброшено достаточно давно. Болетария в полном упадке. И здесь мы можем наблюдать двух драконов. Красненького и синенького. Под ними лежат интересные предметы. И да, по идее их можно взять, рискуя своей жизнью, но... В данный момент эти предметы не настолько сильно нужны, чтобы рисковать своей жизнью. И потом опять бежать с самого начала. И позже их можно будет взять более простым способом, когда мы повысим тенденцию мира в более светлую сторону. По-моему, до плюс 2. Эти драконы просто-напросто пропадут. Так, здесь у нас толпа народу. Туман. И нужно призвать... Дракона. Дракон, приди, порядок наведи. Пожалуй, я поставлю щит. Ментос, свежее дыхание. Облегчает понимание. После этого он будет кружиться здесь несколько раз, но нам нужно как можно быстрее здесь пробежать. Желательно, конечно, быть одетым в какой-нибудь легкий доспех, чтобы успеть это сделать. Да, тут дракон этот зациклен. Этот парень зря тут встал.
он летает по кругу и жарит одно и то же место. В дальнейшем подобное место будет и в Dark Souls. Ну, за этим предметом я уж не побегу, там наверняка какая-нибудь либо просто обычная трава, но... Звук, конечно, здесь бесподобен. Геймпад просто жестко вибрирует, когда этот дракон жарит тут все. И вот мы наконец-то открываем центральные врата. И кто-то, похоже, не очень рад нас видеть. Хотел щит. Тут что-то есть? Что тут явно запрятали? Да, здесь запрятали смолу. Подготавливают нас к битве с боссом. Да, вот это место очень неприятно. Дело в том, что здесь очень узенько, и здесь два пикмена. Лучше не рисковать, типа использовать магию. То обидно будет начинать все заново. Хотя, в принципе, мы уже центральные врата открыли. И, по-моему, тут ничего особенного мы уже не найдем. Прыгай. Да. К сожалению, не очень высоко упал. И здесь нас встречают вот эти вот слизни со щитами. Можно сказать, дети фаланги. И здесь она еще не одна, по-моему, будет. Фух, вздохнуть свежим воздухом. Осталось совсем немножко. Душа. Против них очень хорошо действует магия. Напрямую атаковать их мечом практически бесполезно. Либо магией, либо нужно обходить их сзади. Достаточно проблематично обойти. Очень мало урона. Но зато с них частенько сыпется материал для апгрейда, поэтому лучше их желательно бы убивать. Трава полулуния. То есть даже если умереть на тех двух пикменах, то в принципе мы ничего особо не теряем. Этот шорткат нам по сути-то и не нужен. Это больше шорткат для того, чтобы вернуться обратно. И здесь можно видеть такое вот огромное то ли копье, то ли стрелу. Из
испачканную в слизи. А, ну что ж, что нам тут может пригодиться? Кстати, у нас есть железный шлем, который, по идее, сильнее защищает от физического урона. Давайте его ради интереса оденем. А, магией мы тут пользоваться не будем. Нам будет достаточно скиметра, я полагаю, и щита. Обязательно огненные бомбы. Ну и смолу поставим. В принципе, мы готовы. Стоп. Внимательные зрители наверняка заметили, что я пропустил, проходя эту локацию. Так вот, я тоже это заметил при монтаже. Первое. Я, конечно же, забыл забрать вещи с тел, которые висели на цепях, стоя буквально в метре от них. На этих телах лежали рваный сет и заколка. Причем, когда ли выяснится, одной из этих тел была дочь запасливого Томаса из Нексуса. Второе тело, возможно, принадлежало его убитой жене, но об этом напрямую нигде не сказано. Второе. Я забыл забрать вещь, где был рыцарь с красными глазами, рядом с мавзолеем Дорана, ключ от которого как раз и таскает с собой Острава. Ну, там всего лишь душа. Также справа, после моста с драконом, я забыл заглянуть в переулок, но там тоже всего лишь обычная душа. И четвертое, еще менее значащее, это то, что после спасения Остравы и перед убийством Фаланги мы можем заглянуть в Нексус и поговорить со Остравой. Но это делать не обязательно, так как этот диалог можно услышать от него и в дальнейшем. Before the blight, Boletaria was a grand kingdom. The king, his knights and his subjects were modest and plain, but also steadfast and compassionate. I have spent much time in my studies in the cultured countries of the south, yet no country holds my heart as does Boletaria. But look at what has become of us now. I refuse to believe that this is what Father wished for our great land. И фаланга. И здесь очень эффективно будут огненные бомбы. Которые позволят пробиться к сердцу этого демона. Вот этого вот большой жижи. Конечно, будет пытаться держать строй. Но у нас еще есть скиметр. Попробуем обойти сзади. Падает материал для апгрейда, но они кончаются, они здесь не бесконечные, то есть они разбегаются, как только начинается угроза их, можно сказать, матки, то они опять все сбегаются. Смотрите на душу внимательно. Хотел сфотографировать, но ладно. Я потом стоп-кадр лучше сделаю. Когда мы убили фалангу, из нее как бы вылетела такая душа лучницы. Да. Здесь души демонов не содержат никакой лоры, и приходится этот лор выковыривать буквально из всего. Когда мы убиваем демонов в Болетарии, то из них вылетают души, которые показывают то,
кем эти воины были до того, как они стали демонами. Душа фаланги. Душа демонов известна как фаланга, источник великой силы. Все, больше, в принципе, никакого описания, к сожалению, в нем нет. Но об этом демоне, точнее, о том, кем этот демон был, нам позже поведает Астрала. Но сейчас нам пора бы уже наконец-то вернуться в Нексус и немножко отдохнуть. Обелиск демона, известного как Фаланга. За огромными вратами дворца Болетари начинается скалистая галерея, ведущая во внутренние покои, где живут рыцари. Теперь эта часть замка превратилась в охотничье угодье драконов. Нексус – это священное пространство, объединяющее Болетарское королевство. Связывает между собой все обелиски мира. В Нексусе заключен старейший, а увековеченный ожидает здесь убийцу демонов. The monumental awaits thee above. The monumental will explain the nexus to thee.